Да, друзья, который год мы отмечаем Пасху не дома, либо в Дубае, либо в Турции, либо еще где-нибудь. Уже лет 5 как минимум, да? Лет 5 уже дома не отмечаем Пасху. А, да. Да, но вот мы это не да. Специально, дорогие друзья, так, получается. Так получается, да, это все случайно. А сегодня 28 апреля 2019 года, Пасха, воскресенье, мы отмечаем Турцию, город Сиде. Как называется отель? Босфор Саргун. Да. Самый лучший отель в районе от Анталии до Алании. Каждый день было еды, но сегодня в честь праздника они навалились столько, что я даже не боюсь хотя бы по грамму всего взять и попробовать. Потому что ну, если возьму... словом характеризовал, навалили. Они наготовили. Наготовили, да. Старались изо всех сил. Если я возьму даже по грамму еды, то тут будет полный стол заваленный до потолка. А мы пока скромному. Говяжий язык. Так. Жареный. А, вот это жареный лосось, вот это жареная осетрина, кольца кальмара в кляре. А, салат оливье, ну как же без него. Ну, там еще что-то, еще что-то, еще что-то. Ну, плов какой-то. Так, здесь что? Овощи, фрукты. Всего по чуть-чуть. Ну, виски. Виски. Сегодня мы пьем виски и что-нибудь запить. Все по-скромному, по-праздничному. Почти 2 недели мы голодали, не ели, не пили. Голодали в Дубае, приехали в Турцию, снова голодали. Постились. Да, постились. Вообще голодали. Постились. Ну и решили уже Пасху отведать. Всего самого вкусного, да. Так, ну что, смачного? Вы смотрите, ставьте лайки, а мы пойдем пока перекусим. Что, все повыпивал уже, да? Да. Опа. Ну да, нехило. Кто раньше жил, тот сейчас живет. Где вы такую найдете, дорогие друзья? Такую шикарную речку, такой шикарный вид. Такой шикарный вью, такие декорации для ролика Ютуба. Это все декорации, да, да, да. Да. Угу. Знаете, студия. Знаете, во сколько нам все это обошлось? Ага. Вот эта вот команда и вот эта бутафория. Ага. Всю ночь. Смотрите наши ролики. Всю ночь рисовал. Да. Это компьютерная графика. Ну да, обман зрения. Ну пипец, ну пипец. Я теперь властелин колец. Да, дорогие друзья, вы же знаете, мы скромные. Кушаем мало, пьем мало. Не перебираем. Мы сегодня ездили на водопад, без обеда остались, да? Да, очень проголодались. И почитали новости с Вильной Незалежной, там цибуля репчато-желтая по 50 гривен. Ну, 43 не надо. Мы так расстроились. Да, решили перекусить, взять одной цибули. Мы так расстроились, что все. Решили кушать здесь. Ну, что у нас на первое? Грибной супчик. Луковый супчик. На второе шашлычки. Кетчуп. Картошечка жареная фри. Так, это рыбка кефаль.
Так, кефаль, там что-то зарыто, уже не вижу. Так, что у нас здесь? Ага, мидии, салат из мидии в лимонном соусе. Так, грибы двух видов. Что там, айранчик взял, да? Да. Айранчик, язык. Так, это у нас только выловленная свежая, форель. Только выловили, уже зажарили. Ну, 5 минут назад плескалась. Мы ее пальцем указали на нее. Да. Да, и ее тут же выловили и нам поджарили. Ну, всякая зеленушка, то все. Так. Какие шашлычки. О, ты хлеб нашел? Это весь? Да. Блин. С хлебом у них проблема. Ну, и немножко запить. Кола с виски, так сказать. Там и коньяк есть. Коньяк есть. Не, коньяк, ты знаешь, я не люблю. А дорогие я, друзья, сегодня. Они разных цветов, видишь? Да. Коньяк темнее. А, ты коньяк взял? Да. Ну, один ты... коньяк, два виски. Кола. Ну ладно, ладно. Как говорится, добрый вечер. Чтоб... Добрый вечер. Начинается добрый мутор, дорогие друзья. Ну... Так. Ты по коньячку, я по вискарю, ладно. И как поется, чтобы каждый вечер был добрый вечер. Да, и добрый ужин. А я, дорогие друзья, сегодня на съемках в экстремальных условиях упал, побился, ноги, хромаю хожу, меня тут носят на руках. Да, мы сегодня на водопад ездили. Да, ездил, залез в какую-то эту экстремальную зону. Не зону как комфорта, в которой вы сейчас сидите. Залез, поломал все ноги, руки, еле живой. Ладно, никак. Да. Вывихнул, скажи спасибо, вывихнул, да. Не хуже. Дико вывихнул, вот буду сейчас лечиться вискарем. Да, ну, добрый вечер. Уходим. Почему это? Не, бензин говорю. Хавчик привезли. Угу. Да, голодать сегодня не будем. Ну, мы народ подъезжает. Да. Наоборот. Морька белая. Смотри, местные тут тоже. Да, любят. Чё ж нет? Чё ж нет? О, все. Долгая дорога закончилась удачно. Спасибо. Ну что, после долгой дороги что-то выпьем? Да. А, в городе, пересох. Да. Пошли. Пока все холодное. Вчера этой будки не было еще. Ну да. Уже будочку поставили. Так, так как мы преодолели невероятно длинный путь от отеля до пляжа. Целых 1,5 минуты ехали. Еще там ожидание. Там срочно надо промочить горлышко. О, все, мы добрались до живительной влаги. И будем немножко пить. О. Ранчик, все дела.
дата, время. Ага, водичка, водичка. Все, пошли пить. Что ты будешь? Что ты будешь? Ну что, форель, пошли. Виски, текилу. Нет, такую же водку. А что там? Опять жатва, что ли? Блин, опять жатва. Ну, ё-моё. Пиццу съели. Апельсины, яблочки. Шоколад, всякие сладкие штучки. Мед, хлебушек. Пасынки. Салатик. Корейская морковка. Салатики, огурчики, лимончики. А это, по-моему, окрошка. Дорчик и лучок, кукуруза. О, гамбургер. Ага, все понятно. Кто-то с обеда проголодался. Макарошки. Макароны. О, индейка жарить. Хорошо, подходит. О, форель жареная. Ну, ай, ой, а я еще. Ой, картошечка. Картошечка. Так, это что у нас? Опять мясо какие-то отбивные. Видите, я не могу. О, капусточка. Привет. Пиво, пожалуйста. И что ты будешь? Колу? А? Пиво и колу, пожалуйста. О, спасибо. Да, спасибо. Иди покажи дату и число. Показал. Мистер, с вас $3. Да, дату, число и время. $3 на базу. Да, есть табло. О, а это моя пивка. Водная девушка. Ты после физзарядки будешь? Физзарядки, я в теннис играл. Сделал тебя как... Дорогие друзья, мы сейчас только из фитнес-клуба. Я выиграл у Андрея с Азгамовичем. Да, 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 у меня есть свидетель, не надо, не надо. У меня все ходы записаны. Нет, ну мы будем честны, я поиграл, но на больше меньше. Но он смахлевал, там соплю повесил. Старались, друзья, но мы все равно встретились не за баром, а именно за баром. Это поздний обед, гризлиме, пиво, кола. Так, что тут у нас? Жареная форель, жареная картошечка, индейка и кебабы. Вот, 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 вот. Огурчики, свежие огурчики, соленые. Так, лука, я так понимаю, мы хоть тут наедимся, потому что на родине нам уже это не светит. Это только для элиты теперь лук, да. Так что элитный лук. Наедайся лук. Так, ну что, там маслинки, то есть. Это элитная еда. Да. Там окрошка есть, будешь? Да, нет, не буду. А, не будешь? Ну, тогда смешно. Мы, дорогие друзья, наступаем себе уже на голову и на живот и не даем себе много есть. Нам нужно уже кольца ставить на шею. Ограничители. А на живот обруч с бочки. Обруч с бочки.